24 июня в рамках проводимого в Баку при совместной организации Государства агентства по услугам гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджанской республики и организации Объединенных Наций форума государственных услуг состоялась церемония награждения премии государственных услуг ООН. В церемонии вручения премии приняли участие заместитель генерального секретаря ООН по экономическим и социальным вопросам Лю Чжэньмин, председатель Государственного агентства по услугам гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджанской республики Ульвы Мехтиев и региональный директор организации ООН «Женщины по странам Европы и Центральной Азии» Алия Эль-Ясир. В этом году победителями премии по 5 различным категориям стали Кения, Бразилия, Австралия, Индонезия, Аргентина, Португалия, Таиланд, Коста-Рика, Корейская республика, Чили и Австрия. После церемонии награждения состоялась презентация всемирного отчета по государственному сектору. Севда Джафарова, Вюсал Бидаадоглу, Гумбат Мамедов, Азертач.